Ребят, всем добрый день. Сейчас понедельник, 17 часов. Ну что, недолго музыка играла с интернатом. Лиза выдала там 160 давления у меня. Вот. Не хотели мне ее отдавать, а сейчас звонит и говорит, забирай. Вот. Хотя я мешок там лекарств принесла. Магнезию и ножку. Это рукав. Вот так вот. В общем, тяжелый ребенок у меня, что говорит. Покой только снится. Вот такая ситуация. Так что еще, видать, год ходить не будем. Вот. Ладно, ребятки, давайте всех обнимаю. Сейчас иду забирать Лизу. Вот, потом с вами еще свяжусь. Я выхожу через день, сейчас еще приду и выложу вам, как я там красила плинтуса потолочные, батарею. Все, ребятки, давайте всех обнимаю. Пока.